В связи с административной реформой и реорганизацией органов местного самоуправления изменились адреса некоторых городских управленческих структур. Горсовет теперь находится в здании по улице Вознесенской, 139. Кабинет городского головы Игоря Плехова и его заместителей расположены в левом крыле здания на первом этаже. Здесь же располагается секретариат исполкома и горсовета. В этом же здании на втором этаже расположен городской центр предоставления административных услуг, куда следует подавать документы на получение всех видов государственной социальной помощи, в том числе субсидий. Справки о составе семьи и оформление прописки на первом этаже в кабинете 14А. Центр предоставления социальных услуг передислоцирован в здание по Вознесенской, 157. В этом административном здании у нас расположен Центр надания социальных послуг. На данный час у нас находится на обслуговании 176 осіб. Еще у нас есть відділення стаціонарного догляду, яке розташоване в селі Новосільському. На данный час в ньому знаходиться 19 осіб. Значить, відділення соціальної роботи, яке займається особами, які знаходяться в складних життєвих обставинах, з условно достроково освобожденными тоже ведется работа, с приемными семьями ведется работа. Еще у нас есть відділення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді, которое находится по Гагарина. На даний час ми не працюємо з дітьми у зв'язку з локдауном. Сектор архивного отдела теперь находится по адресу улица Вознесенская, 159, вход с улицы Виарела Дулоглу. Отдел культуры в самое ближайшее время переместится в здание возле музыкальной школы. Поменяло прописку коммунальное предприятие «Водоканал». Оно расположилось в старом здании горсовета по улице Соборной, угол Пролетарской.